мне рассказали про ситуацию с провокацией, как человек, который сдает, он его выводит на свидание, и там потом шмон в хате и места находит. Такое было. И у нас было в Златоусте, там делали провокации. Но люди, когда круг собирается, они сидят и что-то вину не доказано. Они говорят, я не понял, я не вижу вины. Ты видишь, а я не вижу. И все. На кругу очень трудно доказать. А когда кто-то один там какой-то смотрящий решает, ему сказал кум, и он на тебя скажет, тогда легко. А когда на кругу решают вопрос, должны всех убедить, всем доказать, что это так. Одному кому-то не доказали, он сказал, я не убежден, мне это фонарь не лезет. А и все. А когда смотрящий там, и тем более с кумом, ему скажут, вот он не был в хате, и все. Да хуй с ним, где он был. Это не доказано. Доказательств нету, что это он. Так нормальные люди разбирают вопрос. А козлы, они там по-разному разбирают и могут сказать, что его не было, это он. Но у людей такое невозможно. Такого не бывает у людей. Вот и все.